день, меня зовут Илья Хальков, мы находимся в спортивном комплексе «Алмаз», где в рамках второго тура лиги АФЛ «Футзал» встречаются команды «Манчестер Юнайтед» в оранжевых манишках, команда «Барселоны» в синих манишках. Судьи сегодняшнего матча на ближнем краю Тамерлан Стилев, на дальнем Руслан Стилев. Небольшая техническая пауза. Вратари готовы. Начался. Евгений, хороший пас. Еще не хватает Михаилу зацепиться. Манчестер разыграет головой. Неправильный розыгрыш. Тамерлан просит повторить. Удар. Сергей фиксирует мяч. Денис Сизиков начинает атаку. Берет на Дмитрия. Пас касания не проходит. Мяч по-прежнему Барселона. Опасная атака. Но точности не хватает передачи. Ремью в атаке. Ошибка. Аут разыграет Барселона. В первом туре команда Манчестер Юнайтед. Проиграла со счетом 4-2. Победу держала команда Эвертон. Команда Барселона также в первом туре уступила команде Тоттенхэм со счетом 2-9. Сегодня хорошая возможность обоих команд взять наконец-то очки в нынешнем сезоне. Отличный удар. Защита блокировала. Команда Барселона в прошлом сезоне лиги АФЛ «Футзал» занимает 5-е место. В испанском дивизионе команда Манчестер Юнайтед заняла второе место. Взяла серебро. Так как в этом году лига объединилась. Хорошая возможность. Евгений Сизиков проиграл. Голкипер рукой переводит мяч на угловой. Так как в этом году лига объединилась, то впервые встречаются английская, испанская команда Манчестер и Барселона, соответственно. Головы. Хороший розыгрыш. Попытка пробить, блокируется. Владимир Сухих на мяча. Душка удар головой. Дмитрий Кашемчук также закидывает на Владимира. Попытка пробить касание. Не получилось. Снимать матч нам сегодня помогает второй оператор Александр Фролов. Со второго этажа ведет съемку.
Вадим Сухих забил. Барселона 4 человека. На скамейке запасных у команды Манчестер Юнайтед только двое. Можно сказать, на втором тайме, когда команда уже подустанут, преимущество будет испанской команды. Пас дал киперу. Потом действует надежно. Мощнейший удар снова от Владимира. На этот раз мяч пролетает рядом с девяткой. Воздух выиграл Михаил. Борьба. Мяч по-прежнему у каталонцев. Мощнейший удар. Блокирует Данил. Кондрашкин. Розыгрыш. Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Мяч снова блокит Барселоны. Сергей Тихонов. Закидушка. Жаль, Тихонов. Манчестер Юнайтед высадит мяч. Атака. О, на груза не получается зацепиться. Потому что это технический брак. Атака была перспективная. Хороший пас пяткой. Артем Рохин появился на поле. Покрасил с мячом. Развернул комбинацию. Пас на Евгения. Но Руслан показывает, что мяч пересек линию. Аут. Мощнейший удар, попадает в стенку. Хороший запрос от Навруза. Но на подаче не хватает чуть дистанции зацепиться за мяч. Денис Сизиков пасует на Дениса Шмакова. Артём Рохи с мячом Евгения. Обыграть не удалось. Мяч переходит в Манчестер Юнайтед. Разыграет Барселона. Удар со встречного угла. И гол забивает Денис Шмаков. Дело счет 2-0. Попытка пробить головой. Дается. Мяч попадает в потолок. Один на один выход у Дениса. О, голкипер действует блестяще, не дает переиграть. Шмот, да, вопрос. Комментарий от судьи, что нужно было поделиться. Следующего угла. Точно. Эй!
бью, но пускай он за пределы площадки. Максим, пасует на Артема. Денис цепляется. Хорошо уходит от Абруза. Комбинация в стенку. Но судьи говорят, что было все чисто. Фола не было. Будет всего лишь угловой удар. Мощнейший удар. И мяч рикошетом взлетает своего же игрока. Автогол. Счет становится уже 3-0 в пользу каталонцев. Отлично, нападающий обыграл, бьет, Сергей Плюхин выручает. И точно передача от Дмитрия Косимчука. Так было бы очень опасно, один на один уходил игрок. Руслан просит повторить, вот мяча в игру. Все, передача пяткой. Точно. Михаил. Стенка. Прострел. Голкипер. Выключает. Защитник хорошо ставит корпус. Зарабатывает. Нарушение правил. Штрафной пробьет. Барселона разыграет. Сизика с мячом уходит от двоих, но третьего пройти уже не получилось. Они хорошо действуют на опережение. Михаил бьет в ближний угол. Попадает только в сетку. Владимир хорошо обыгрывает, бьет прямо в голкипера. Нежный перехват. Владимир выходил 1-1, но реализовать момент не удалось. Прежем Барселона. Сейчас только переходит на Манчестер Юнайтед. Хорошо скидка головой. Сергей вовремя выходит и фиксирует мяч. Мощнейший удар. Рядом со штангой пролетает. Хороший обыгрыш, и нападающий МЮ зарабатывает штрафной всей команды. Быстрый розыгрыш. Хорошо действуют дриблинги. Но удар получается неточным. Сизикова, а этого делать не следовало. Евгений забивает
четвертый мяч для своей команды. Остается играть 5 минут в первом тайме, счет 4-0 в пользу испанцев, испанской команды. Хороший пас, удар, штанга выручает англичан. Нарушение правил. Уже четвертый фол Барселоны. Даже все время нужно действовать внимательно, осторожно. Правый удар. Разыграет Манчестер Юнайтед. Удар! Отличная комбинация. Манчестер Юнайтед забивает. Наконец-то гол. Счет смысл. 4-1. Видит посылка Артема. Артем простреливает. И атаку прерывает защитник Манчестер Юнайтед. Угловой. Отличный перехват, но тут же испанцы возвращают себе мяч. Тем далековато отпускает мяч. Мощнейший удар низом.
защитник встает на пути мяча. Да, ближний угол. Зимин. Отбивает. На этом у нас первый тайм заканчивается. Пока что выигрывает Барселона со счетом 1-5. Уходим на перерыв. Второй тайм начался. Евгений. Тасуки на друза, не получилось. Игорь с мячом. Пас на Данила. Ладная передача. Мяч остается МЮ. Неожиданно срезка. Вот тут Сергей Плюхин подстраховывает. В обороне Игорь действует отлично. Игорь выигрывает воздух. Мощнейший выстрел снова от Владимира. Сухих сегодня уже таким образом забил, но сейчас удар оказался неточным. Они начинают атаку. Только в последний момент Михаил прерывает передачу. Матч по-прежнему помогает снимать Александр Фролов со второго этажа. Сизиков начинает атаку Барселоны. Пас на Михаила. Обратная передача. Мяч теряет Барселона. МЮ в атаке. Хороший обыгрыш. Отличная была передача, комбинация. Но чуть-чуть не хватило нападающему замкнуть. Далека, Дмитрий Косачук пробивал. Голкипер на месте. Алексей Геннадьевич на футболе сейчас снимаю. Хорошо, хорошо, не забуду. Да, первый Барселона, Манчестер Юнайтед. Барселона против Манчестер Юнайтед. Барселона ведет 5-1 уже. Мощнейший удар Евгения Сизикова. Мяч. Это чудом голкипер реагирует на этот удар. Ага, ага, до свидания. Мяч снова разыграет команда Барселона. Навруз с мячом. Боже, замах. Мяч достается на МЮ. Владимир набирает скорость. Обыгрывает. Прострел на дальнюю, но там партнера не оказалось.
свое ложе. И команда Барселона выполнит свободный удар. Нельзя обратно возвращать голкиперу, пока соперник не заденет мяч. Розыгрыш. Владимир бьет, попадает в стенку. Мощнейший выстрел от Владимира. И тут голкипер реагирует. Наврус. Здесь выполняет отлично. Развивает атаку. Михаил забирает мяч. Наврус бьет. Да, мяч идет прямо в девятку, но Сергей был готов поймать его. Хорошая была возможность у Михаила. Выходил 1-1. Но переиграть вратаря не получилось. 1-1 выход. И в доме попадает нападающий команды Манчестер Юнайтед. Делаю счет 2-5. Повеселил голкипера. Наблюдает за матчем скамейки. Демченко пасует Артема. Дальний запрос. Но там Игорь отлично отрабатывает в обороне.
кухне реагирует на удар в ближний угол. Иванов показывает, что сколько моментов уже не реализовали, пора бы уже МЮ и забить. Но с этим не согласен Барселона. Отличный удар с подкруточкой. Егор пробивал. Снова мяч у Егора. А тут Сергей Плюхин в падении отвел угрозу от своих ворот. Хорошая скидка. Мощнейший удар. Практически улетает выход, а не в ворота. Владимир бьет издалека, практически с полполя забивает Владимир Сухих. Шестой мяч для своей команды. 2-6. Номинальным хозяевом сегодня является команда Manchester United. Потому что этот матч проходит на Old Trafford. Так вот. Хозяева оказываются гостеприимными. И подскажу 6 мячей. Владимир снова бьет. Уже прошла первая половина второго тайма. 4 мяча. Идет испанская команда.
отличный удар. Владимир пробивал. Кипер действует надежно. Мощнейший выстрел от Владимира. Забивает уже третий или четвертый мяч для своей команды. Счет делает 2-7. Владимир Сухих. Хороший пас пяткой, мощнейший удар в ближнюю девятку. Дмитрий Косимчук пробивал. Чуть не точно. Обыграл двоих. Передача. И пустые ворота. Не удается нанести удар Михаилу Рахимову. Что показывает судьи сегодняшнего матча. Будет выполнен свободный удар. Ясинка пробивал, попадает в стенку. Уже розыгрыш. Пас назад. Неожиданно срезка. Мяч по-прежнему команды Барселона. Хорошая комбинация. Последний момент. Камью отбирает мяч. Атака 4 в 1 защитника. Передача и там защитник уже вернулся и разрядил обстановку. Рокин красиво разворачивает мяч. Дмитрий Косимчук бьет, попадает в голкипера. Карточка показана игроку Манчестер Юнайтед. Камброхи на опережение действует отлично. Бьет, попадает в штангу. Красивая передача пяткой, не проходит. Мяч по-прежнему каталонца. Артем. Передача 2 в 1 атака. Передача на дальнюю и красиво замыкает ее нападающий Манчестер Юнайтед. Сокращает разрыв счета до 4 мячей. 3-7. Небольшие отношения разбериха с численностью состава. Все в порядке. Барселона готова продолжить игру. Всем
Марченко. Вниз обратно в пас. Замахи точно. Мир разыграет аут. Уже идет последняя минута матча. Счет 3-7 в пользу Фотолосов. Шведлюхи красиво выходит. Сейчас к атаке. Ворота пустые. Но нет, нет. Остается. Мяч не получается быстро разыграть команде Манчестер Юнайтед. Сергей Плюхнов уже на месте в рамке. Возов Денис выиграет. Данил на подборе. Мяч на дальнюю. Ну, точно. Матч завершается. Трапов, театр мечты. Победу одержит команда Барселона со счетом 3-7. Всем спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Интервью нам дает Артем Роскин, нападающий команды Барселоны. Сегодня отдал две голевых передачи. Артем, поделись впечатления о матче. Легко, тяжело было? Было тяжеловато, потому что первую игру проиграли, вытягивается в сезон. Меньше народу было просто. Смены хорошо производили. В принципе, неплохо, но, конечно, лучше надо. Сказал, что у команды Манчестер было меньше замен. Что еще раз? Сказал, что у Манчестер было меньше замен на результат матча. Ну да. Конечно, сказывается. Потому что меньше замен, да и ключевых игроков поменьше сегодня было. Кого-то отметьте в составе своей команды. Кто сегодня лучше у вас был? Михаил Михайлов, отлично сыграл. Все, спасибо большое, удачи вам в сезоне в дальнейшем. Спасибо.